Кому сейчас нужны картины? Их же вообще никто не использует. На самом деле это такое распространенное убеждение, которое вызвано такой немножко слепотой. Мы уже разучились смотреть по сторонам и не замечаем, что вокруг нас. И если мы присмотримся, то мы поймем, что картины есть и в ресторанах, и в гостиницах, и в коворкингах, и, конечно же, в красивых современных картинах. Потому что все дизайн-проекты сейчас, которые выполняются, они оставляют местечко центральное для атмосферной интерьерной картины, для главного такого акцента души в квартире.